Следующий вопрос. И даштараха би усулиха, фалия джуза далика. Говорит, если человек купил плоды вместе с основами, то есть разрешено это или нет, имеется в виду, говорим относительно чего? Относительно огурцов или относительно таких плодов, которые разбирались в прошлом вопросе. Если человек покупает сразу деревья, то есть огуречную саму плантацию, саму вместе с основами, разрешено такое или нет, то есть увеличивать цену за плоды, которые еще не появились. Аль-Джумхуру аль-Джаваз. Говорит, большинство ученых считает, что это разрешено. Опять-таки, как следование, зачем за самим деревом. Аль-Шафии аль-Адам аль-Джаваз. А шафииты считают, что это запрещено. Лякин юджавуизуна аль-Истиджар вабимафия усуль аль-Макаси. Говорят, но разрешают лишь брать это в аренду. Культу ар-Раджих кавлю аль-Джумхуру Аллаху А'лам. Говорит шейх Мухаммад ибн Хизам, более правильное мнение в данном случае, это мнение большинства ученых. То, что это разрешено, если происходит покупка самих основ, то есть самих огуречных деревьев. То есть, если мы разрешали это даже в прошлом вопросе, то здесь должно быть это разрешено тем более. Следующий вопрос.